Бедный человек не тот, у которого нет ни гроша в кармане, а тот, у которого нет мечты. Цитату приписывают Сократу. Меня зовут Екатерина Землянова, и это передача «Живые души» о том, как искать гармонию с собой, другими и миром в целом. Тема сегодняшнего выпуска – мечты. Как мечтать так, чтобы мечты исполнялись. И поговорить с нами об этом Оксана Иванова, автор трансформационных проектов и тренингов, эксперт работы с бессознательным и практик тета-хилинг. Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте. Первый вопрос, который хочу вас спросить про мечты. Почему одни мечты сбываются, а другие, когда вот прям хочешь, не сбываются? От чего это зависит и как? Это зависит от многих факторов. В первую очередь человек должен осознать, а он сможет после того, как случится эта мечта, жить с этим. Очень часто мы мечтаем, но не готовы это получить и этим быть. Простой пример. Сессия, девочка желает себе очень дорогой автомобиль. Проходит время, у нее появляется возможность приобрести этот автомобиль. Но у нее сразу возникают страхи. Это налогообложение, это содержание автомобиля. То есть у нее мечта, это осталось нереализованной мечтой, потому что она не готова иметь этот автомобиль. И очень часто мы обо всем мечтаем, а на самом деле мы не готовы это иметь. У нас сразу поднимаются определенные страхи коллективного сознания о том, что это дорого, о том, что мы можем получить осуждение от родных. Как так мы распыляемся на какие-то такие вещи, которые, к примеру, сейчас неуместны. Есть понимание, мечта реализована и мечта – иллюзия. И очень часто люди не готовы это иметь. Потому что сразу начинается у них, я так называю, шум в голове. А может быть, мне это не надо. А вот здесь вот так. А пандемия же. То есть мы всегда оправдываем себя, не реализуя свои желания, свои мечты в этой реальности. И также произошло в этом году с Джо Диспензой. Я очень хотела к нему поехать на живой ретрит, я его давно изучаю, но билетов не было. Я говорю, как может быть еще лучше? Я желаю быть на этом ретрите. Зарегистрировалась на класс, билетов нету. И через несколько дней приходит письмо в связи с тем, что в Европе введены ограничения, многие из Европы не смогли приехать, выбросили несколько билетов. Я приобрела билет и была на этом классе в первом ряду. Один из вопросов, который я хотела вам спросить, верите ли вы в чудеса? Конечно, потому что у меня каждый день чудо, каждый день чудо. Сегодня простой пример. Выхожу я из дома, я не могу завести машину, открыть машину не могу. Вот просто она не открывается. Я понимаю, что под этим лежит. Это мой страх выступать на телевидении, потому что это мой первый опыт. Но я об этом мечтала. Но можно мечтать всю жизнь и не реализовать это. Я начала проигрывать ту ситуацию, которая сейчас у нас происходит. Что как будто бы это уже реализовалось, и я начала это проживать. И подходит мужчина, который дал мне батарейку на пульт, и я открыла машину и приехала. Наша жизнь состоит из-за наших мыслей, эмоций и чувств. Если мы будем мыслить, что я хочу, но не могу, то тогда эта мысль станет реальностью. Никогда у нас мечта не реализуется. И мы можем всю жизнь прожить, не достигнув того, чего мы желаем. Страх на самом деле – это отвлекающий элемент. За страхом всегда стоит наша сила и наши возможности. Я очень советую всем расширять свое сознание. И сознание именно через книжки, через медитации. Сейчас время новое. И мы все можем в этой жизни реализовать. Главное не идти по старому пути. Нам нужно постоянно учиться для того, чтобы формировались новые связи нейронные. И тогда мы будем чудом самим. И мы будем это все притягивать в свою жизнь. Есть такое понимание, это высказывание Диспензы, куда внимание, туда энергия. И подобное притягивается к подобному. Если мы боимся чего-то в жизни, то мы этого не достигнем. А если мы включим немножко уверенности, немножко знания и веру в себя, то 100% все возможно в нашей жизни. Я
И многие, к примеру, мечтают, я вот хочу, к примеру, выйти там замуж за такого-то там богатого, красивого, умного, ну и так далее, и так далее. И так проживая всю жизнь мечтения, реализовав то, что она желает. Очень часто человек не готов быть в той иллюзии, которую нарисовал в виде мужчины. Потому что сразу стоит, если он будет богатый, красивый, есть риск, что, к примеру, этот мужчина будет изменять. Конечно. И так далее. То есть мы сами себе ставим барьеры в виде наших страхов, и это у нас не происходит в нашей жизни. То есть я хочу подытожить немножко. То есть что нас отделяет от реализации мечты, получается? Наши страхи. Страхи. То, что на программы самом деле... коллективного сознания, о том, что это программы коллективного сознания. Ну, вот, к примеру, есть единое энергополе, в котором есть информация о том, что богатый, красивый, успешный мужчина опасен. Стереотипы какие-то. Конечно, да, стереотипы. Когда мы пойдем за эти стереотипы и будем жить из своего выбора, а не из выбора всех, тогда мы сможем реализовать все. И я вообще свою карьеру начала как бы с косметологией связано было. Очень быстро добилась успехов, хотя все говорили: «Оксан, да ты что, у тебя нету опыта, у тебя не получится». Я за очень короткий срок стала одним из ведущих технологов, разработчиком многих косметологических программ и параллельно начала заниматься энергопрактиками. Самое главное – это верить в себя. Не верить в мысли, эмоции других людей в отношении чего бы то ни было. Только вера в себя. Создавать ту жизнь, которую мы хотим, а не ту, которую нам навязывают родители, как нам нужно жить, подруги и коллективное сознание. И реклама. И реклама, да. А вот вы говорите, что когда человек там мечтает, он начинает сомневаться, да, а я ли хочу или не я этого хочу, может быть, это действительно навязанное желание. Как все-таки отличить твое это истинное подлинное желание? Или реально ты схватил это где-то из внешнего? Очень часто мы схватываем все именно из-за интернета. К примеру, увидели красивую семью, все безоблачно, все замечательно, красиво, и мы думаем, что это... Мы хотим так жить. На самом деле мы просто, есть такое понимание, мы покупаем чужую историю и желаем прожить так. Такой пример. Девочки раньше часто приходили, говорят: «Оксан, я хочу губки, как у Анджелины Джоли». За этим-то что, как всегда, стоит? Это то, что человек хочет прожить такую же жизнь. Но человек же не знает, какую жизнь прожила Анджелина Джоли. То есть мы часто гонимся за чужими мечтами и иллюзиями, отказываясь от себя, от своего выбора. А как, вот как услышать голос истинного вот этого желания? Как вот это отделить? Вот когда, к примеру, я что-то желаю, к примеру, вот сейчас я желаю поехать в Америку. Ну, понятно, можно сказать «но». Я все «но» убираю, говорю: «Так, если бы прямо сейчас я была там, как бы я ощущала телом? Какие возвышенные эмоции мое тело бы проживало?» Это очень просто. К примеру, возьмите любой пример из своей жизни, когда вы были в восхищении. Ну, к примеру, вы закончили школу золотой медалью. И вот какое было ощущение в теле? Именно сердце, победы. Именно, да, именно вот, возвышенная эмоция называется. Как расширение сердца, там, волнообразное движение. Вот это ощущение. Вот когда вы спрашиваете себя: вот я желаю, к примеру, поехать в Америку, как я буду себя ощущать? Вот если есть понимание такого внутреннего расширения, прям аж летать охота, то это ваша мечта. А если вам немножко сковано, как-то сжатость, ощущение сжатости, то это, как правило, мечта не наша. И сразу я спрашиваю: действительно это мое желание, либо это желание, к примеру, нереализованное моей мамы. Очень часто мы же хотим реализовать мечты наших родителей, которые они не смогли реализовать. А как от этого себя уберечь, вот именно от родительских программ? Здесь только один ответ – расширение своего сознания. Заниматься, практиковать, читать, изучать. Когда мы начинаем что-то изучать, когда новую информацию, либо когда мы приезжаем даже в другое место, мы выходим из привычной среды, и у нас начинают формироваться новые паттерны. И тогда мы уже с вами легко можем создавать. Вот даже вы замечали, если вы, к примеру, уезжаете на отдых, как вы потом себя ощущаете, когда приезжаете домой, вдохновленные? Да. Вы получили новый опыт. Наша задача – постоянно получать новые опыты. Это в виде знаний, это в виде путешествий, это в виде новых знакомств и так далее. Не застревать в прошлом и не иллюзировать о будущем, в которое не верим. Жить здесь и сейчас, обучаться, наслаждаться жизнью.
не осуждать себя, вот я бы хотела, у меня не получается, да жизнь плохая и так далее. Как только мы застреваем в этом, мы создаем эту реальность, где все невозможно. Расскажите вот про своих учителей. Чувствую, что вы очень много знаете про детей. Да, очень. У кого вы учились? Училась я, ну, если взять, к примеру, в 2015 году начала заниматься тета-хилингом. На тот момент это было в Барнауле. Больше практик как таковых не было, которые мне откликались. Дальше это была Индия. В Нью-Дели обучалась около месяца на работу с бессознательным. Это карма-хилинг, так называется. Затем пошли различные модальности, это энергетические практики, Reconnection у Эрика Перла, это Прага, это Хорватия, Загреб. Затем очень влилась я в Аксес. В Аксесе прошла практически все, что можно. Плюс еще Резет, это балансирующая техника, работа с височно-нижнечелюстным суставом. Все равно я косметологию как бы не бросаю, то есть я совмещаю это. Где-то еще я обучалась, я уже не... А, у Джо Диспенза. Джо Диспенза – это, конечно, мой фаворит. У Экхарда Толли – это осознанное манифестирование. Вот, кстати, по осознанному манифестированию. Мы очень хотим манифестировать что-то в своей жизни. Манифестировать – это что? Это создавать. Создавать что-то в жизни. Но нам самое главное нужно осознать, что нам нужно манифестировать сознание свое. Когда мы меняем свое сознание, когда мы расширяем свое сознание, у нас автоматически все происходит в нашей жизни. Прям чудеса происходят. А вот расширение сознания, немножко раскройте, это вот что? Вот я сижу, давайте... простой человек возле телевизора. Да, простой человек. Вот смотрите, вот, к примеру, давайте возьмем наше тело. Я люблю как бы проводить простые аналогии для того, чтобы было понятно. Вот наше тело, оно наполняется в течение жизни каким-то мусором физическим. Ну, мы дышим, мы кушаем и так далее. У нас есть понимание энергетического тела, то есть меридианы, наши энергетические каналы. Так вот, наши энергетические каналы сбиваются тоже энергетическим мусором в виде злости, раздражения, гнева, недоверия, осуждения и так далее. И вот представьте, что вот эти наши энергетические каналы забиваются нашими какими-то страхами. Соответственно, у нас уменьшается, условно уменьшается просвет в энергоканалах. И у нас уже из этого спускается на физику различные заболевания. Все заболевания любой формы происходят сначала на эмоциональном и на ментальном уровне. Есть четкая взаимосвязь физического тела и энергетического тела. Я еще проще провожу. К примеру, если мы возьмем на физике, в связи с образом жизни у нас может происходить венозная недостаточность, тромбообразование. Соответственно, у нас все органы системы не получают должного питания, правильно же, да? Да. То же самое происходит и на энергетическом уровне. Когда мы злимся, когда мы осуждаем, раздражаемся, наши энергетические каналы забиваются. И я это называю энерготромбоз. Соответственно, да, это понятно. Соответственно, у нас уже мышление совершенно другое и восприятие жизни другое. Мы как бы сужены, у нас нет расширенного осознания и понимания чего бы то ни было. Ну, то есть, получается, первичная работа идет все-таки с мировоззрением? С мировоззрением, с мышлением, с мировоззрением, с сознанием, именно своим сознанием. Не позволяет нам создавать всю жизнь застревание в прошлом, застревание в обидах, в обиду на маму. Очень часто у нас именно в детстве происходит застревание. У маленького ребенка сознание на самом деле расширенное, но с самого детства на него влияние оказывают родители и социум. Детский сад, школа там и так далее, бабушка, дедушка. И когда, к примеру, ребенку запрещают что-то делать, ребенок неосознанно это воспринимает очень ярко и болезненно. Это маленькое болезненное энерготромбообразование может вырасти в нечто большое. И ребенок не понимает, когда он постоянно находится в этих страхах своих, он когда уже вырастает, он уже живет на основании прошлого. И получается, что он уже не создает ни настоящее, ни будущее. То есть человек, грубо говоря, с такой травмой может даже не мочь мечтать? Нет. Он может мечтать, но у него ничего не получится. Да. Очень многие, к сожалению, люди привлекают в свою жизнь заботу, любовь и внимание, создавая болезнь. Вот эта тема меня очень волнует, потому что вот многие в теме мечты и мечтаний боятся даже загадывать или формулировать свои мечты, потому что вот загадаю я себе квартиру, да, и получу ее в наследство. Это же очень страшно. Конечно. И безопаснее не мечтать. Да, даже. Да, поэтому надо всегда осознанно мечтать. Вот осознанное мечтание. Как вот получить квартиру, но не в наследство.
легкостью, я всегда говорю так, я желаю вот это получить, то-то, то-то, чтобы это было с легкостью для меня и для моего тела. Потому что когда человек хочет, к примеру, денег, а Вселенная не расценивает это, к примеру, там, какой путь, хороший или плохой. Во Вселенной же нету плохой и хорошей энергии. Это полярность свойственна людям только. К примеру, для вас что-то хорошее, для меня не очень. Для меня что-то хорошее, для вас не очень. Это полярность, это разделение. Ну как же все-таки вот себя уберечь от того, чтобы вот чтобы они исполнялись, но исполнялись безопасно для тебя, экологично. То есть говорить с легкостью, просто я желаю, но с легкостью. То есть вот это смотрите, вот фраза. Когда мы задаем вопрос, даже, к примеру, я желаю, чтобы это было с легкостью, я всегда задаю следующий вопрос, вопрос на вопрос. Так. Какие точки зрения и ограничения лежат в вашем вопросе? Какие точки зрения и ограничения есть в этом вопросе? Очень часто мы не задаем вопрос. Мы вроде бы думаем, что задали вопрос, но этот вопрос – это ответ, это точка. За этим вопросом нет никакого пространства, нет энергии. К примеру, человек говорит, так, я желаю получить квартиру, там, к примеру, там 100 или 200 квадратов. А на самом деле у него за этим вопросом есть точка зрения, да, это не может быть, да, это ерунда, да и откуда мне такие деньги взять? То есть он сам начинает себя ограничивать. То есть человек, когда мечтает, он тут же начинает сам себе противоречить. Угу, да, про такое слышно. Мое мнение однозначно – это работать и убирать прошлое. Не зацикливаться на прошлом. Именно вот эти фрустрации травматические. Конечно, да. Которые... Обиды, там, сожаления. Очень часто же на нас оказывает влияние та финансовая реальность, которая у нас была в детстве. Если мы в детстве жили, нам всегда говорили, что на это нету денег, на это невозможно, то ребенок уже и вырастает, когда вырос уже человек, он уже понимает, что я не могу это себе позволить, потому что он впитал в себя определенную модель. Образ мира определенный. Конечно. Не зацикливаться на прошлом. Встал, отряхнулся и пошел дальше. Все с легкостью. А как вы относитесь к марафонам желаний, вот к тому, чтобы вот, знаете, все ищут ту формулу любви, то есть технологию, алгоритм исполнения желаний гарантированный? Я хорошо отношусь ко всему этому. Самое главное, чтобы человек это делал. Очень часто мы что-то берем, посмотрите, вот, к примеру, даже купили вы 20 книг, все, загорелись, и вы решили прочитать книги, к примеру, 20 книг по исполнению желаний. Но прочесть, это еще не означает, что мы восприняли ту информацию, которая в этой книге. А наша задача научиться изучать именно литературу и марафоны, проходить до конца, то есть быть в присутствии, когда мы читаем книгу, быть в присутствии, когда мы проходим марафон. Необходимо научиться проживать то, что есть в книге, и проживать то, что дают нам марафоны. Прям делать. Прям делать, садиться, писать, прорабатывать у себя. Это все не так сложно, как кажется. А вы смотрели фильм «Секрет»? Мало того, я еще делала недавно чтение бесплатное, благотворительное по этой книге. Джо Витали я очень люблю. И я этот фильм смотрела раз, наверное, 20-30. И вот недавно закончилось чтение по этой книге с фасилитацией. Очень, конечно, мощное было чтение. Я очень люблю Джо Витали. Это несколько, наверное, лет 15-20 назад, когда я начала, нет, 15, наверное, начала изучать все. И первую книжку, которую я прочитала, фильма тогда, по-моему, еще не было у нас в свободном доступе, это был именно фильм «Секрет» Джо Витали. Очень она меня вдохновила. А что такое фасилитация? Фасилитация – это психологическое эмоциональное сопровождение. То есть это тогда, когда мы не толкаем какие-то точки зрения, там, истории, там, не копаем. Это просто через энергию вопроса сопровождать психологически эмоционально человека. То есть вывести его из эмоционального дисбаланса. А не кажется ли вам, что... Вообще вот эта игра в исполнении мечт немножко ограничивает Вселенную, что когда ты заказываешь у Вселенной, там, хочу вот это, хочу вот это, хочу вот это, и даже, допустим, она исполняет, что ты как будто бы... Разочаровываешься, да? Не совсем, что ты как будто бы закрываешь пространство для творчества самой Вселенной, потому что, может быть, она тебе хотела дать что-то другое, да? Вот есть мем этот популярный, да, что когда там тебе маленького... Ты цепляешься за маленького мишку, а там у того ударителя за спиной мишка большой, ну, какой-то, да? Поэтому я всегда, когда я чего-то желаю, я задаю следующий вопрос. Вселенная, я желаю, чтобы в моей жизни проявилось вот это, ну, к примеру, там, автомобиль, и больше.
То есть, не, то есть мы вопросы можем открывать пространство. Конечно, нам надо быть мудрыми и хитрыми для того, чтобы все исполнилось. Наша сила на самом деле в уязвимости, а не в борьбе, в сопротивлении. Вот когда мы тотально уязвимы, когда мы не сопротивляемся, а когда мы запрашиваем еще больше, 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 не из эго запрашиваем гордыни, высокомерие, а из желания жить крутую, счастливую, насыщенную, яркую жизнь. То есть при постановке цели очень важна мотивация, с которой ты эту цель ставишь, правильно? То есть можно вроде как из дефицита ее поставить, да? Или, можно или... из изобилия ставить надо, конечно, не из ограничения. То есть нужно создавать в жизни не из нужды, из нехватки, из недостаточности, а из изобилия. Поэтому и рекомендую это проживать тело. Вот, к примеру, хотите вы машину, к примеру, Хавал за 7 миллионов. Ну, давайте так возьмем. Вот как вы себя будете ощущать? Вот представьте, что сейчас машина стоит здесь, она ваша. Вот вы садитесь в машину, как вы себя ощущаете? Вот у меня даже нет допуска. Конечно. К этой идее. Да, потому что первое, так, это 7 миллионов. Второе, так, а что кредит. За этим? А что за этим? Кредит. А кредит это что? Ермо, да. И так далее. То есть все, Вселенная говорит, Катя, на машину. А Катя говорит, не, Вселенная. А потом так, Вселенная не поняла, где машина. Понимаете, мы с одной стороны хотим, а потом мы предъявляем претензии Вселенной, а где это все есть. Угу. Поэтому рекомендую, когда человек что-то хочет, мечтает о чем-то, машина, квартира, отношения, ребенок, ощутите прямо сейчас себя, как вы будете себя чувствовать, когда это уже произошло. Ощутите себя в этой машине, как вы себя будете чувствовать, комфортно, некомфортно, какие страхи поднимаются, а вдруг авария, а сколько будет стоить обслуживание, а сколько будет стоить страховки и так далее. Хотите вы ребенка? Ощутите на мгновение, у вас уже родился ребенок, какие у вас страхи поднимаются? А, да, конечно, а вдруг я растолстею, а вдруг, вот я уже слышала, видела, что первый год конфликты с мужем, потому что мамочка больше времени уделяет своему ребенку и так далее. Хочу квартиру, о, нет, квартиру, да, я хочу, ну, а вдруг ремонт. Там, а ремонт, а обстановка, это ермо, ипотека и так далее. Поэтому я всегда говорю следующим образом, если вы хотите что-то, готовьте это принять и этим быть. Я очень рекомендую заходить в дорогие магазины, в дорогие салоны автомобилей, где машины премиум-класса. Сесть в эту машину и ощутить, что эта машина, и вы едины. Я достойна этой машины. Мне кажется, я достойна. Даже зайдет в этот, конечно. Магазин. Зайдите в дорогой магазин, где часы лежат там 1-2 миллиона рублей. Оденьте эти часы. Как ваше тело будет ощущать, когда на ручке часики за 1 миллион. Интересно. Это очень хорошая практика. Тогда ваше тело, оно будет начинать ощущать эти вибрации роскоши. Потому что мы, люди нашей Руси, я не разделяю там Русь, там СССР, там КП, вот это все, я не разделяю, это все единое. У нас все равно синдром бедняка, мышление бедняка. Вот это да, расскажите про это подробнее. Ведь есть же наследие прям территории. Конечно. Вот смотрите, на каждую нацию оказывает влияние та среда, в которой живет он. Когда я задала вопрос... Среда – это природа? Среда – это страна. А, да. Когда я задала вопрос, Вселенная, почему, к примеру, в Америке очень много энергопрактиков, которые являются авторами, создателями крутых практик? Это Джо Диспенза, это Эккхарт Толле, это Эрик Перл, это Гэри Даглас, это Дэйн Хира и Вьяна Стайбл и так далее. Очень много. Почему в России нету этого? Когда наша становилась Русь, из какой энергии она была создана? Насилия, борьбы, страха, войны и нищеты. Вот все то, что проживала наша Русь, это неосознанно есть в нашем пространстве, в наших молекулах, как воспоминания. Америка, пусть она и строилась на моменте завоевания и борьбы, но это была борьба из энергии свободы. И у них свободное мышление. И все, скажем, топовые лидеры, богатые мира, даже Тони Робинсона взять, это все Америка. Нам очень нужно четко понимать, что на нас оказывает среда влияния, вот среда, наша страна, наша Русь, но мы не должны впадать в нее таким образом, чтобы мы себя ограничивали.
ездить нужно по миру. А, то есть один из способов терапии? Конечно. И ездить желательно не из состояния нужды, высматривая путевки по... Горящие путевки. Да, горящие путевки, эконом-варианты, хостелы. А именно из энергии изобилия. Подобное к подобному. Мышление бедняка будет создавать то же самое. И если, когда мы будем мыслить, осознавать через энергию роскоши, тогда мы будем притягивать ту же роскошь. Вот вы еще говорили, когда перечисляли варианты, что может желать человек, там, например, ребенка, мужа. А как вы относитесь к формулировкам, когда другого человека вписывают в свое желание? Там, хочу замуж за Васю там, конкретного. Насколько это экологично и чем чревато? Ну, для меня это не экологично, это однозначно. К примеру, я хочу там, к примеру, там Васю. А что за этим стоит, за этим моим желанием что? Первое, потому что Вася такой-то. Второе, потому что Вася там умный. Третье, потому что Вася богатый. Четвертое, потому что Вася подходит мне по цвету глаз, по цвету волос и по структуре своего тела. То есть на самом деле, когда, это одна из моих любимых тем, создание отношений, когда женщина начинает желать какого-то мужчину, она накладывает на него определенные стандарты. Мы не выбираем мужчину из комфорта взаимоотношений с ним и проживания. Мы выбираем по внешней оболочке. Мы вешаем ярлыки на мужчину, этот подходит, этот не подходит. И мужчина выбирает то же самое, так же и нас. Сейчас грустно стало. Это все можно изменить. Как? Менять мышление, читать книжки, ездить за границу, ездить даже элементарно в горы на Алтай. Когда последний раз вы ездили из удовольствия, Катя? 2,5 года назад, до декрета. Вот у меня вопрос в эту тему, да, то есть я как немножко ощущаю эту тему, что когда сбывается какая-то мечта большая, разочарование это может стать как бы травмой даже, травмой, я вот даже слово да. травма использовала. И вот вопрос, если, сбылась мечта, не от тебя это зависело, вот ребенок родился, или вот ты выиграл миллион в лотерею, а дальше что, не важно что. Вот, и эта травма случилась, и ты, в отрицании, в гневе, торге, вот это все. Как не скатиться, чтобы исполнение мечты тебя не сломало? Вот так. Заранее желательно прожить это. Вот, к примеру, до рождения. Если не удалось. А самое главное здесь действительно, опять, как я повторюсь, это повышать свое сознание и извлекать из него пользу. Не впадать в состояние паники, депрессии, страхов, а искать в этом большие, огромные плюсы и вдохновлять себя каждый день. Каждый день вы должны быть именно вдохновителем для себя, не искать вдохновение на стороне. Потому что мы как-то думали, что ребенка я рожу, вот это мне создаст тот, я вдохновлюсь, к примеру, я буду мамой. Да. А постоянно быть самим вдохновением для себя, без необходимости искать это на стороне. Замещая что-то в виде ребенка, компенсируя машины, мужчины и так далее. Потому что мы что-то закрываем. Вот надо осознать, что мы закрываем желанием иметь ребенка прямо сейчас. Какую боль, травму мы закрываем, желая иметь такого-то мужчину. Как правило, это основано на прошлом. Мой любимый вопрос, который помогает мне практически всегда. К примеру, я хочу что-то. И я осознаю, что у меня не получается пока. Я сразу задаю вопрос, который на 100% работает. Какое прошлое действие, мысль, эмоция блокирует меня это получить? И приходит ответ всегда. Ясность, да. Простой пример для меня как бы травмирующий был раньше. У меня 2 сына, у взрослых уже сына. И у меня с самого детства были с ними очень натянутые взаимоотношения. И это, кстати, ложится вот это знание, мою будущую авторскую практику, которая скоро выйдет в свет. Я верю, что она выйдет. Когда я много лет работала со старшим сыном, у него была наркотическая зависимость, там, и с младшим сыном, там, у него там вопросы замкнутости, скованности. Не так давно я задала вопрос, какое прошлое мое способствовало тому, что я не могу наладить коммуникации со своими детьми. И просто всплыл такой инсайт. Но инсайт это как вот раз нахлынуло, да, что-то, какое-то осознание.
Когда было мне 6 лет, когда я была маленькая девочка, 6 лет, я получила травму в виде психологического и сексуального насилия. Я в этом застряла в прошлом. И сейчас все вот это время взаимодействия со своими детьми, я была не взрослая Оксана, как мама детей, я с ними взаимодействовала на уровне 6-летней Оксаны, которая получила травму. А что 6-летняя девочка Оксана может дать детям? Это прям очень момент, прям советую. Вот есть какой-то, Катя, у вас затык в жизни. Нарисовали, к примеру, точку ноль, это момент зачатия, и точку сейчас, сколько вам лет. Провели прямую и начинаете спрашивать, к примеру, что вот давайте вот сейчас, что вы хотите изменить в жизни, у вас не получается. Ой, сложный вопрос, что я хочу понять. Ну вот у меня не получается, ну, скажем так, с имиджем разобраться. Моя такая... С признанием себя. Ну, признанием себя или там своей красоты, что-то да. в таком. И вот теперь спросите себя, какое прошлое влияет на то, что вы не можете себя признать и реализовать в этом? Первое, что пришло? Это что-то вот с подросткового возраста совершенно. Если бы вы знали, сколько лет? 13. 12-13 лет. 13, да. Вот что произошло в 13 лет, что вы до сих пор застряли там, и когда вы хотите сейчас реализоваться, вам не сейчас сколько лет, а вам, девочке Кате, которой 13 лет, которая застряла в прошлом опыте, связанной с какой-то драмой, травмой, с психологической. Да, да, да. Если вы пойдете в этот опыт, вы это осознаете, уйдет заряд, и вы сейчас сможете с легкостью создавать. Это такой мой инсайт, очень такой крутой. И это можно самостоятельно делать? Да. Просто я переживаю, что вот так человек в травму вот вступит. Главное не застревать. Вот. Если не уверены, то обратитесь к специалисту для того, чтобы осознать. На самом деле все просто. Никогда не нужно делать страшным, значимым и важным. Все должно быть с легкостью, с радостью. Ух, как-то мы глубоко копнули, мне кажется. Спасибо вам большое за откровенность. Как помогающий практик, какими инструментами вы можете помочь человеку на пути к его мечте? Безопасном пути, экологичном? Экологичном, да. Много очень техник, конечно. Рекомендую очистить мусор с головы с помощью баров. Это действительно очень легкая, комфортная практика, в которой нет необходимости копаться. Очень часто мы закапываемся в каких-то придуманных историях и начинаем залипать там. Вот сами бары, себе врать. Да, бары, они просто размагничивают. Еще проще. Купили вы, к примеру, хороший дорогой телефон. Вы установили определенные программы, которые вам помогают работать с этим телефоном в комфорте. Через какое-то определенное время засоряется ваш телефон, и вам необходимо его очистить для того, чтобы он снова работал хорошо. Вы включаете какой-то антивирусник и начинаете или вручную, либо автоматически очищать. То же самое бары. Он позволяет очистить энергетический мусор, который мы насобирали в течение жизни. Это легкая, комфортная практика по размагничиванию заряда. К примеру, я боюсь денег. Раз, заряд размагнитился. Делейт, кнопочка делейт, антивирусник сработал. Раз, к примеру, в отношениях заряд, страх, к примеру, из-за прошлого опыта отношений, к примеру, есть страх вступления в новые отношения. Размагнитилось и так далее. То есть все сферы затрагиваются. И, конечно, телесные процессы для меня это самое такое... работающий и динамично работающий, это тогда, когда мы начинаем с благодарностью относиться к телу. Есть такие телесные процессы, которые позволяют убрать именно заряды, как блоки, энерготромбозы с нашего тела. И это происходит все с легкостью, без необходимости, еще раз говорю, закапываться. Конечно, даже очень многие... можно не рассказывать свою историю. Не надо, желательно не рассказывать историю. Если что-то будет подниматься в процессе сессии, человек может спросить, что это, к примеру, для того, чтобы через энергию вопроса убрать заряд. Вот это самый один из экологичных способов. К примеру, для меня до сих пор, когда человек, особенно практик, не осознает, что такое регрессия, когда вводит человека в состояние легкого коматоза и идет в регрессию, он может человека оставить там. Здесь надо быть очень аккуратным и действительно мягко, экологично работать с человеком. Потому что тело наше, оно энергоресурсно. Нам самое главное очистить, сделать наши меридианы, наши энергетические вены чистыми. И тогда восприятие, осознание будут происходить с легкостью.
Неисполнение желаний. 100%. Я выбираю идти туда, где есть ресурс. Всегда в любом страхе есть наша энергия. Идет распаковка мощная. Это, знаете, такая темная наша сущность, которая говорит, тень наша. Не надо туда, не надо идти в боль и травму, не надо. У нас ляг, поспи. Ляг, поспи, покушай, т.д. и т.п. Идем в страхе, распаковываем свою силу и признаем себя. Я хочу спросить, а о чем мечтает Оксана? О чем мечтает Оксана? О, да, у меня, кстати, несколько мечт. Одна из это создать крутую авторскую практику, которая будет работать быстро. Не длительные какие-то, чтобы этапы проходил человек, а чтобы это все было по щелчку, мгновение. Вот это моя прям мечта. И плюс, конечно, у меня мечта поехать в Америку и на родном языке спикера слушать эту практику. Это очень прям я желаю. Я хочу в 22-м году поехать. Я больше чем уверена, что у вас все сбудется. Спасибо большое. Спасибо большое, Оксана, за эту беседу. Я верю, что и ваши желания сбудутся, и желания наших зрителей тоже сбудутся. А следующая наша встреча будет посвящена непростой теме, теме своего пути и теме предназначения. До встречи.